Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Илья, и сегодня мы рассмотрим с вами еще одну модель от компании Huawei P-Smart серии с префиксом Z. Чем произошли изменения и чем примечательна данная модель, узнаем через пару минут. Главная отличительная особенность смартфона Huawei P-Smart Z – это уникальный дизайн задней панели. Ее мерцающая поверхность приятна на ощупь и гладкая, как шелк. Безрамочный экран Huawei Ultra Full View на 6,59 дюйма без темной области вверху обеспечивает максимально широкий обзор. Благодаря почти полному отсутствию рамок вы испытываете еще больше удовольствия от просмотра видео, мобильных игр или чтения электронных книг. Выдвижная фронтальная камера смартфона Huawei P-Smart Z появляется через 1 секунду после запуска, а по завершении съемки автоматически исчезает, что позволяет открыть для себя новый необычный способ съемки селфи. 16-мегапиксельный сенсор распознает 8 сценариев съемки и применяет к ним различные настройки и фильтры, что позволит снимать яркие запоминающиеся селфи в любых условиях. Основная же камера оснащена линзой 6P, которая позволяет зафиксировать больше света и увеличить разрешение и контрастность снимков. Снимая на камеру смартфона, вы сможете получить более четкие, яркие и реалистичные фотографии. Кстати, Huawei P-Smart Z поддерживает режим портретной съемки как на основную, так и на фронтальную камеру. Используйте эффекты студийного освещения, чтобы получить снимок профессионального качества в любой ситуации. А усовершенствованный 8-ядерный процессор Kirin 710F повышает скорость обработки данных и снижает энергопотребление смартфона. Вы легко сможете запускать игры с высокими системными требованиями и проводить онлайн-трансляции. Также Huawei P-Smart Z предоставляет 64 ГБ внутренней памяти и позволяет хранить все важные фотографии, видео и сообщения на смартфоне. Ну и также вы можете установить карту памяти объемом до 512 ГБ и тем самым расширить встроенную память. Энергоемкая батарея 4000 мАч и функции интеллектуального энергосбережения повышают эффективность работы смартфона. Поэтому вы можете использовать Huawei P-Smart Z для выполнения любых повседневных задач и не беспокоиться о зарядке. А в комплектацию входит адаптер питания, USB Type-C провод, аудиогарнитура и прозрачная пленка. В целом, Huawei P-Smart Z получился сбалансированным аппаратом среднего класса. А учитывая его основные особенности в виде выдвигающейся камеры, крупного экрана без выреза и хорошей автономности, смартфон выглядит еще привлекательнее и свежее. А узнать стоимость данного гаджета вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Также будем рады увидеть вас в наших магазинах, где вы сможете поговорить с экспертами, которые расскажут вам о VIP-привилегиях нашей бонусной карты Know-How, настроят ваш будущий гаджет и расскажут, как им пользоваться. Всем до скорой встречи!